Так, мы пишем Фулгора. Ну, проще говоря... можно видеть, что это просто конкретно спамер-боец. Просто застреливает. Единственный его минус в том, что не копится нижняя шкала сама по себе, как у обычных бойцов. То есть он ее должен копить вот такими вот вспышками. Но это просто конкретный спамер-боец, то есть против которого фактически можно вообще не подойти к нему при желании. Очень легкое управление, очень маневренный, быстрый. С ним могут возникать очень большие проблемы. Ой, все, вот я путаюсь пока. Пытаюсь сделать Shadow Джейга. Удар Shadow Джейга. Удар Джейга, Shadow удар. Но он просто вот конкретно спамит, вообще может не давать садить себе. Так. Ой. Удар довольно-таки мощный. Имеется в арсенале такой сильный удар. Но он набирается только если у вас полная нижняя шкала и фактически полно заполненный метр. Верхний, оранжевый, то есть желтый. Как мне просто хочется сделать Shadow удар Джейга. Это просто что-то. Как мы видим, все старые удары остались. Приобретены некоторые новые. Ой.